Здравствуйте, меня зовут Савельев Глеб, и сегодня я вас научу делать хардфлип. Хардфлип выглядит так. Хардфлип делается так. Доска едет в эту сторону, расстановка пальцев вот такая. Указательный палец ставится под таким же углом, как и на кикфлипе, но ближе к нозу доски. Это позволяет быстрее и легче закрутить доску. Когда вы едете, вы резко щелкаете и делаете рукой вот такое вот движение, тем самым подкидывая доску вверх, и она уже делает практически весь трюк. Но возможно такая ошибка, что доска будет падать так. Чтобы ее избежать, вы делаете такое же движение указательным пальцем, как и при кикфлипе. Тем самым доска сделает полный оборот на 180 градусов и кикфлип. Залавливаете ее сначала средним пальцем, потом указательным и уезжаете. Хардфлип очень красивый и стильный трюк, если его выполнять на высокой скорости и с большого количества ступеней. Тренируйтесь, удачи!